Здравствуйте. 28 марта, 9 лунный день. Сади санчастики земли с лимитом эфира. День для новорожденных, благоприятный для призывания долгой жизни, благосостояния, бурения скважин, посадки семян, деревьев, размышления, медитации, обращение к учителям, Буддам, начитывать мантры, усмирять негатив, борьбы с зависимыми болезнями. Ребенок, родившийся в этот день, будет обладать храбростью, аккуратным по отношению к отцу, будет проявлять уважение с жестким нравом. День неблагоприятен воздвигать ветряные сооружения, созывать собрания, передвижение войск, подписание контрактов, соглашений. Благоприятен для людей, родившихся год свиньи, овцы, неблагоприятен годам лошади, курицы, мыши. И в Илгинском Сукчундуане продолжение хурала Ганджур. Этот день все желающие могут поклониться и получить благословение от Хамбалы Муэтигилова. Мани дуани тамахаруга, джудуани тамахаруга на бурятском языке. Будьте сильными!